Baba. 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 Ну давай скажем что-нибудь хорошее. Всем привет! В общем, у нас такая история. Впервые за 5 лет Мурат решил отпраздновать свой день рождения. И, как вы понимаете, на мои хрупкие плечи упала организация этого замечательного праздника. Мы долго думали, чем заняться, как это должно быть. Вечеринка, тусовка, ужин, утренник. Мы решили, что это будет вечеринка на веранде ресторана с вкусной едой, с хорошей музыкой. И выбрали мы, собственно говоря, ресторан «Казбек». Вот это так выглядит вход. Сейчас я приехала на дегустацию завтрашнего меню и все вам расскажу и покажу. В общем, вы все поймете сами. Ну а завтра будет день рождения, и я надеюсь, будет весело. Боже, это моя любовь. Конечно, здесь. Сациви с курицей, это вообще моя любовь. Да, спасибо, конечно. Да, конечно. Нет, подождите, положите, да, вот как мы, чтобы красиво это все стояло, мы же блогеры. Боже. Это, вот, конечно, вкусное меню, это все замечательно, но это все на грани, потому что, мне кажется, все гости сядут, наедятся и уже не встанут танцевать. Нет, на самом деле планируется такой пир на весь мир, потому что будет очень вкусная еда, будет очень вкусный алкоголь, специально такой вкусный, потому что он, его должно быть в меру, и он должен быть дополнением к обстановочке. И будет очень... вкусная музыка, и выступления, и танцы, и кружи меня, кружи. Поэтому, я думаю, дегустация пройдет очень хорошо, потому что я уже не очень хорошо говорю, у меня слюноотделение. Ну что, поехали? Ням. Это замечательный человек. Будет нас, в том числе, завтра принимать, и... кушать, петь, танцевать и все будет. Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Наталья, where are you going? Я вот только проснулась, не успела привести себя в порядок и сразу же по делам. Нет, на самом деле мы едем праздновать день рождения котеночка. Ой, да, день рождения котеночка. Котеночка 33 года всего лишь, он маленький. Нет, на самом деле мы впервые... Слышишь? Впервые за 5 лет мы решили отпраздновать Мураду день рождения. И сегодня это торжество состоится. Очень жалко, что не все друзья сегодня придут. Мы всех записали, запомнили, кто не придет. Шучу, но собрать, конечно, всех друзей практически невозможно. Много кто работает, кто занят, кто в разъездах. Но все равно вечеринка... сегодня удастся, мы будем танцевать лезгинку, мы будем просто танцевать, веселиться, фотографироваться, болтать и поздравлять. Что? Я тосты не отрепетировала. Тосты! Дорогой, тебе исключительно повезло. Тостер? Тостер. Ты тостер не отрепетировала? Скажи, что любишь, что я единственный мужчина в твоей жизни, что лучше меня мужчины не было. Ну, в общем, как себя чувствуешь, сама скажи. Тогда я скажу. Жизнь — это танец. Так, все. Ну что, мы пришли на место, где мы будем праздновать день рождения. Вам сейчас все покажу. Вот я только поздоровалась с ребятами, кто сегодня с нами будет работать, с нашими официантами, которые будут помогать устраивать праздник. А, вон, здрасте. Вот наш шеф. Вот ребята все, так готовится площадка. Здесь будет фотозона. Здрасте, 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 здрасте. И вот так вот это все будет выглядеть. И я думаю, через часик здесь будет куча народу. Прекрасная Москва, нам повезло с погодой. Смотрите, какие крутые зоны лаунж сделали. Смотри, Мурат, с диванчиками, мне кажется, все будет сидеть. И вообще, ой, такую подсветочку сделали, красивую. И вообще, смотри, какая прекрасная Москва. Да, прикольно. Ну что, ждем гостей? Ждем гостей. Вот по этому поводу первый тост.
крутых тебе проектов во всех направлениях, новых невероятных стран, фильмов, в общем, всего-всего, ты офигенный. Спасибо. Ура! Смотрите, кто в семье алкоголик. Если камера не сядет, я сниму, чем закончится этот вечер. Нету микрофона, буду говорить так, как мой муж дагестанец, у нас принято говорить приятные слова друг с друга и выпивать. И все, никто не посмеялся. Во-первых, хотела всем сказать большое спасибо, что вы пришли. Здесь невероятное количество очень талантливых людей из разных сфер, и я безумно горда, что у моего мужа такие замечательные друзья, безумно талантливые, классные, веселые. Но тост к храму Рада. Слушай другой тост. Так. Я знала, что он будет про любовь, но не готовилась. Вообще, я всегда думала, что любовь – это мужчина и женщина. Это такая вспышка каких-то эмоций, состояний, а потом вот, ну, как комета, наверное, да? То есть она так вот яркая такая, где-то проплывает и идет такой хвост каких-то воспоминаний, состояний, всего-всего-всего. А Мурат тот человек, наверное, который научил меня любить. И, наверное, мне показал, что любовь – это не комета, а любовь – это вселенная. И наши отношения с каждым годом все глубже, больше, сильнее. И я не знаю предела этого состояния, ну, состояния любви. И хотела выпить тост первый за тебя, и я тебя люблю. Вот ребята говорят, ну, что-то очень серьезное. Серега, у нас, кстати, будущая звезда телевидения. Вот, пожалуйста, запомните его. Он очень любит. Я просто здесь постоянно. Ну, а Ксюша, ну, вы все знаете Ксюшу. Ой, девочки у меня-то сидят, шушукаются что-то. Я прям на скрытую камеру похож. Ты можешь вот сюда глядеть. Я как блогер, извините, не могу не это. Да, ребята, с днем рождения. С днем рождения, Мура. Так, киноиндустрия пошла, киноиндустрия, вот, объединились все мои таланты. Так, а вот уже тут хайп пошел, хайп, такая территория. Ну, ребят, ну, извините, вы пришли на блогерскую пати. Да, Ась? Да. Да. Ребятки. Джинни, ты видел последний мой влог из Кан? Друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Я дебютировал на Ютубе. Это очень смешно. Вот. Сейчас дойду до остальных моих друзей. Безумно счастлива, что у нас есть возможность собирать очень талантливых людей вместе. Айдар, как ты, мой дорогой? Вот, вот, пожалуйста, будущий оскароносный оператор и режиссер, и вообще, кто, может, даже актер. В общем, мы в Каннах виделись. Да. Вообще мы знакомы. Да. Прошу вас. Ну да. Айдар, у нас с тебя начинает импровизация. Может, что-нибудь пожелаем Мураду? Ну, Айдар, ну давай скажем что-нибудь хорошее. Надо, Наташ. Серьезный стол, это какое-то обсуждение дела. Извините, блогерская. Илюш, я только для Ильи специально взяла эту камеру. Он просто всегда просит меня снимать его. Виталик. Ну, давай, пожелай. Ты Мурада? Да. Пожелание? Да. Мурад, я желаю тебе быть самым лучшим Новче. Чтобы жизнь была как изюминка.
Москву. Салам алейкум, братья и сестры. Мурка! 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 Второй раз шутку повторять не буду. Работаю еще и персональным стилистом, ношу расчески. 100 рублей за проезд, кстати. Мурка! 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 Стилист 300 рублей час. Мы тут в райончике, пойдем поедим. Лосось, закинувшийся под осьминогом. Тяути. Це мені шма. Це мені шма. Та ваш муж дагестанець. З моїм акцентом. Жігі, GoPro, сніми, дай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Мурка. Мурка. Мур-мур, муреночек. Это муж, может все. Мурка. Мурка. Ты мой котеночек. Я тебя люблю. Очень сильно. Какой лезгинки без пистолетов? Мурка, мурка. Да-да-да-да, это Кавказ. Друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Да-да-да-да-да, горный пейзаж.